Ребят, всем привет! Я когда готовилась к прямому эфиру о продвижении в соцсетях, Инстаграме и ВК, нашла очень много фишечек, о которых не знала в Инстаграме. Всякие обновления и штучки, которые влияют на продвижение в том числе. Итак, этой теме будет посвящено сегодняшнее видео. Если ты что-то новенькое узнал, с тебя сердечко. Если еще какая-то информация, которая не прозвучала в видео, пиши комментарий, мне будет очень интересно. Итак, начнем с того, что... Начнем с шифрования. Есть такая штука в Инстаграме, я этого тоже не знала. Вы можете зайти и посмотреть у любого подписчика или, в принципе, на того, на кого подписаны, сколько раз этот человек менял свое имя. Насколько это нужная информация для вас, не знаю, но она такая есть. Заходим к подписчику, нажимаем в правом углу три точечки, нажимаем, About this account выбираем, и вот смотрите, Form Usernames. Два раза девушка меняла свое имя. Есть кто вообще нисколько это менял? Есть, я прям случайных, рандомных выбирала, есть прям 17 имен менял, и это забавно, там разные варианты такие интересные. Дальше. Если вы не хотите, чтобы человек увидел, что вы прочитали его сообщение, это иногда бывает полезно. Заходим также в правом углу, возвращаемся в нашу ленту, в правом углу вот три полосочки этих выбираем. Настройки, в конфиденциальность, спускаемся вниз и аккаунты с ограниченным доступом. И в поиске вбиваем имя человека, чью переписку вы не хотите, чтобы он видел, что вы просмотрели его сообщение. Вбиваете его имя, возвращаетесь в вашу переписку, читаете сообщение, он этого не увидит или она, возвращаетесь сюда и все, заметаете следы. То есть человека возвращаете к открытому доступу, ему даете. Ну, насколько полезно, не знаю. И третья фишка Джеймс Бонда, можно сказать, скрытности. Это как посмотреть сторис, чтобы не увидел человек, что вы смотрели сторис. Заходим в сторисы, просматриваем все сторисы человека до нашего, которого мы не хотим, чтобы он увидел, или она. И вот так вот, легким движением пальца, мы видим, что в сторис выставил человек. Но он или она не увидит, что мы это смотрели. Ну, из таких бесполезных, ну, я, например, не знала об этом. Вот все. Теперь о том, как контент наш продвигать, как продвигать наши фишки. Смотрите, заходим в сторис. Я эти видосы смотрела много-много раз, и я не могла понять, как в ТикТоке это делают. В фильтрах смахиваем до конца, находим лупу и в ней пишем зеленый экран. Я уже 100 раз, видите, тестила, поэтому как бы понятно, что видно, что я искала и работала. И на зеленом экране вы можете сделать любое видео, любой фон, любую фотографию. Нажимаем «Попробовать», выбираем фотографию, ну, любую, какую вы хотите показать своим подписчикам. Да, он нам советует нас увеличить или уменьшить. И вот, смотрите, появляюсь здесь я и рассказываю вам, что скоро будет мастер-класс по написанию очень легкий вот этого кита. И посмотрите, как прикольно, вы можете диктовать, рассказывать и себя показывать на фоне того, что вы хотите донести своим подписчикам. В общем, эта штука очень классная, пользуйтесь. Дальше. Инстаграм сделал своих аватаров. То есть это уже не те, которые в смайлах используются, а которые вы самостоятельно можете сделать. Заходим в сторис. У меня уже, естественно, настроен аватар. Вы можете менять здесь и внешность, и стиль, и настроение аватара. И его использование очень классно продвигает ваши сторисы. Не понимаю, как это работает. Не до конца прослушала, изучила видео, но все блогеры сходятся в одном мнении, что использование аватара очень классно увеличивает охват. Дальше.
о продвижении. Заходим в нашу ленту, и появились закрепленные видео. Я уже рассказала об этом в чатике в своем телеграм-канале. Если не подписаны, подписывайтесь. Там не только о смоле, там очень классные, полезные, там очень добрая атмосфера и очень, очень мимишная. Смотрите, закрепленные видео, это так же, как и в ТикТоке, мы заходим в наш в любой пост, который был максимально набрал подписчиков или просмотров, и вы хотите с помощью него увеличить охват, и это реально работает, поверьте мне. Заходим, нажимаем в правом углу на нашем посте, в правом углу три точечки, и выбираем «Pin to your profile», и эта публикация будет закреплена вверху вашей ленте, и она будет колоссальным образом увеличивать охват. Поверьте, я 2 недели использую закрепленные видео, и у меня подписчики выросли, у меня было 63 тысячи, а сейчас 66 500. И девчонки пишут, те, которые прослушивали и пользуются моими советами, что охваты растут реально и очень круто. Обязательно берите на вооружение. Дальше. В сообщениях, в переписке, в комментариях к вашей публикации тоже есть закрепленные комментарии. То есть тот комментарий, который вам понравился больше всего, смахиваете влево, справа налево, и выбираете скрепочку, и комментарий будет закреплен, и этот комментарий будет увеличивать ваш охват, и, во-первых, ваши подписчики будут видеть, что вы настроены общаться, вы реагируете, вы замечаете, что они вам пишут, поэтому это тоже штука очень классная, берите на вооружение обязательно. Дальше Инстаграм сделал персональную ссылку. То есть ссылка была всегда, но только сейчас он ее сделал персонализированной, чтобы вы могли писать текст любой, как вы хотите. То есть вы вставляете ссылку и пишете сюда для привлечения. То есть не просто ссылка, а тыкни сюда, нажми сюда, здесь тебя ждет подарок, здесь ты получишь знания, здесь ты увидишь красоту. Не знаю, то есть еще более ярко и активно привлекаете внимание к своих подписчиков. Тоже очень классная штука. И последнее из продвижения, что я узнала, Инстаграм заботится о нашем состоянии здоровья и ввел будильник на проведение времени в Инстаграме. То есть, если вы хотите установить время ограниченное в проведение в Инстаграме, записывайте его в будильник, устанавливайте, и Инстаграм вам напомнит, что пора валить. Пора отдыхать. По-моему, классная штука. И если вы знаете еще какие-то фишечки, пожалуйста, пишите мне. Если было полезно, лайк и подписка, как говорят все блогеры. Это звучит ужасно, но, к сожалению, за охваты, ну, как минимум, я старалась, и мне приятно будет, если вам было полезно. И жду вас на прямом эфире о продвижении в соцсетях и в Инстаграме. Там еще больше крутых штук, еще больше материала. Все для вас с пользой. Всем отличного настроения.